хочу сегодня поздравить с 20-летием Государственный комитет по работе с диаспорами во главе с Фуадом Мурадовым и его командой. Я не побоюсь так сказать, потому что именно команда, сплоченная за последние годы, созданная Фуадом Мурадовым при поддержке нашего президента Ильхама Алиева, Государственный комитет очень большую работу проводит. Я это почувствовал, создавая Азербайджанский дом в Одессе в прошлом году. Профессиональный подход, консультации, профессиональная поддержка. Все это в этой команде присутствует. Мы это даже почувствовали первые дни, первые месяцы, даже, скажем так, войны в Украине. Государственный комитет очень серьезно помогла и морально, и материально, и консультативно при эвакуации наших сограждан с территории Украины. За это я хочу поблагодарить от имени азербайджанцев Одесской области и Украины. Государственному комитету хочу поблагодарить от себя лично во главе с Фуадом Мурадовым. Еще раз хочу поздравить с 20-летием, с юбилеем Госкомитет, пожелать успехов, успехов, еще раз успехов.